тех времен, когда наши предки были еще полуобезьянами, полулюдьми, австралопитеками или неандертальцами, у них существовал интерес к чужим жизням. Совершить что-то, о чем будет знать только совершающий, или же несколько определенных существ, всегда было почти невозможно. Сначала наши далекие предки, возможно, прятались в лесу, в пещерах, за деревьями, в горах и так скрывались от посторонних глаз и ушей. Спустя десятки тысяч лет начали строить те или иные здания и дошли до домов. Но все равно, если были и есть те, кто что-то скрывает, были и есть те, которые узнают и узнавали о том, что же те или иные личности скрывают. Это позже назвали шпионажем. Годы шли, люди научились писать, читать, отправлять письма, хранить секреты и тайны от всего мира. Для этого создавались методы шифрования, и если раньше это были примитивные методы, то уже в наш век существуют тысячи методов шифрования криптографии. Но если есть те, кто занимаются шифрованием, есть и дешифровщики. Если раньше перехватом письма занимались наемные почтальоны, а затем дешифровщики, если был шифр, взламывали его, то сейчас достаточно в смартфоне или в персональном компьютере что-то сделать, и об этом знает уже минимум неизвестных два человека. Какие видео вы смотрели? Какие фотографии храните, какие книги скачиваете и читаете, в целом все то, что вы делаете и о чем должны знать только вы, либо только те, кого вы сами выбрали в круг доверенных лиц, знают обо всем те, кто не должен знать, и те, которых вы сами даже не знаете. То есть конфиденциальность – это та или иная информация, либо вам принадлежащая, либо о вас, либо ваши идентификационные данные, которые вы хотели бы оставить в тайне, либо от всех вообще людей, либо информация, которую бы вы хотели доверить только определенному кругу лиц. Но как гласит поговорка, если ты что-то знаешь один, то знаешь об этом только ты. Но если об этом знают двое, то знают уже тысячи. Слежка через сим-карту, которая отправляет 24 часа в сутки сигналы либо на спутник, либо на башню, прослушка и записи всех звонков, сбор данных из вашего смартфона, ноутбука, планшета, чтение и хранение всех ваших писем и всего, что было в интернете. Вот таким образом дешифровщики победили шифровальщиков, проникнув в каждый дом, в каждый карман и просматривая и прослушивая жизнь каждого человека. Не будьте глупцами, не верьте, что в Даркнете, в Телеграме или где бы то ни было вы сможете оставаться анонимными. Ведь существуют еще и скриншоты. Если вы подключились к интернету или у вас в аппарате сим-карта, то все. Считайте, что вы уже деанонимировано, и то, что вы делали, знаете не только вы. Сейчас вы видите ключ и замок. Чтобы открыть замок, нужен определенный ключ. Но замок можно сломать, распилить, точно так же и со всем связанным в виртуальном мире. Только если не было у вас интернета, и вы так что-то сделали, а потом растворили в кислоте весь смартфон, либо винчестер персонального компьютера, вы остались анонимными. Потому что с винчестера восстановить могут любые данные, даже если вы отформатировали его, как и с внутренней или внешней памяти смартфона. Следовательно, если вы хотите, чтобы что-то знали только вы, то вы это должны делать не в том или ином гаджете виртуального мира, а через совсем другие методы. Ни в коем случае нельзя регистрироваться в социальных сетях, нельзя иметь мессенджеры, электронные почты, нельзя хранить нужную и важную информацию на каких-то современных гаджетах, только на бумаге и только зашифрованно. Я сейчас продемонстрирую вам мною созданный метод шифрования информации в аудио, видео, фотоматериале. Я зашифровал определенную вещь, и ключ есть только у меня. Сам ключ зашифрован несколько раз. Если расшифровать один шифр, то придется расшифровать и другой.
и только расшифровав все 5, можно будет расшифровать и саму информацию в аудио-видео-фотоматериале. Но этого никто и никогда не сможет сделать, потому что главная информация, главный ключ, весь расшифровщик хранится у меня в головном мозгу, в моих нейронных связях. Я отвечаю своей головой и даю ее на отсечение, что взломать не сможет информацию никогда и никто. Следовательно, мой вам совет. Если вы хотите что-то делать конфиденциально, анонимно, то делайте это не на компьютере, не в смартфоне, в интернете, а делайте это через шифровки на бумаге. Либо если это действие, то тайно от чужих глаз, камер, ушей и так далее. И не верьте ни во что, что видите, слышите, пока не будете иметь 100% данных. Все может быть не тем, чем кажется, видится и слышится. Раньше фотографии хранили в фотоальбомах от посторонних глаз. Сейчас глупцы все выкладывают в интернет. Переписываться ни в коем случае ни с кем нельзя в социальных сетях, мессенджерах и прочих коммуникационных интернет-программах. Все переписки могут быть перехвачены. Можно сделать скриншоты, и все это без вашего согласия будет попадать к третьим лицам. С доверенными и проверенными лицами общайтесь только либо вживую, так, чтобы вы были уверены, что собеседник не записывает на микрофон и камеру вашу беседу, а еще лучше, если вы не будете общаться вообще, пока не будете на все 100% уверены в том, что можно доверять собеседнику. Совершая те или иные действия, которые вы хотите хранить в тайне, делайте их вне интернета, современных гаджетов, камер и микрофонов так, чтобы об этом знали только вы. Потому что доверять нельзя никому. Любой в любой момент передаст и переписки, и записи ваших бесед, и действий в целом третьим лицам. Не верь никому. Допустим, через те или иные методы я узнал электронную почту. Допустим, девушки. Допустим, зовут ее Наташенька. Потом тайно узнал, что у человека Google Pixel 4 XL. Потом я смог узнать имей. И затем случилось так, что только зная электронную почту Google, то есть Gmail, я смог получить с смартфона и ноутбука все данные. Взломал абсолютно все. Так что даже одной электронной почты достаточно, чтобы взломать всю технику вообще определенной жертвы. Самый первый урок. Не научила вас простым вещам, что нельзя читать чужие письма. Я думаю, что все это знают.